Хочу рассказать еще об одном рабе Божьем Михаиле, с которым, по милости Божией, я познакомилась на могилке Иоанна Петровича в годах 80-х. Что когда я туда не приходила, а приходила я, собственно, не к Иоанну Петровичу, а к своему дедушке, то я видела этого человека. Ну, так по своей этой вот я считала, что он бомж или кто там сидит все время и просит что-то. И так, разговорившись, я поняла, что это непростой человек. Потом он мне рассказал, что он по благословению батюшки Ионы, что он тут и ночует, рядом, на могилке. Конечно, это меня привело в ужас. Я думаю, как это среди ночи, в холод, и все лежать на одних досках. И я собрала вещи дома и повезла ему пальто, там все набросала. Я говорю: Миша, вы будете спать тут, хоть немножко вам будет теплее. И вот так он все время я с ним встречалась на могилке. На могилке каждое воскресенье отец Петр Сиверского проводил молебны. И он там тоже присутствовал. А потом он последний раз, я ему принесла, он носил обувь очень большого размера, и я ему принесла, на вечернюю службу пришла, а он сидел в Дмитриевском храме. И когда я глянула на эту ногу, то поняла, что туфли, наверное, уже ему не понадобятся. И он попадает в больницу, где ему ампутируют ноги. Потом мы собирали в Дмитриевском храме подписи, потому что с больницы его надо было куда-то выписывать, а жилья на тот момент он не имел. И мы просили матушку Серафиму, ну, дать ему приют. И так вот потом он попадает туда, и вот с тех пор мы его посещали там в женском Михайловском монастыре. А вы еще сказали, что раньше его звали? А, он, что мне известно, его звали Алик. Он работал с моей, так тоже, сестрой во Христе. Они вместе работали на генерала Петрова на хлебзаводе. И когда она его тоже встретила, и по старой памяти ему говорит: Алик, Алик, а он ее дернул и сказал: я уже не Алик, я Михаил. Вот. И он был чадом? Чадом батюшки Ионы. Нет, повторите, он был? Михаил, он мне сказал, он был, он сам говорил, что он чадом батюшки Ионы, который тот ему очень много помогал оформить ему там то ли пенсию. Я в подробности не вдавалась, но четко он мне сказал, я ему всегда там денежкой помогала, а это я пришла, он сказал: нет, мне батюшка Иона запретил, если можешь, поедь и купи мне Евангелие. И я поехала в лавку на Пушкинской, купила и ему дала. Вот. А деньги ему батюшка Иона запретил. Запретил? Давать ему, ну, ему брать. Как вы думаете, почему? Недуг был у него какой-то? У него был недуг, но он от этого недуга к тому времени исправился. Но враг рода человеческого посылал бывших, видно, дружков, ну, наверное, а по своей доброте душевной он, видно, делился с ними и тревожил, где он лежал в женском монастыре, тревожил больных, то, видно, вот это батюшка Иона узнал и сказал: все, денег не брать.